Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Павел Шеремет. Я политический обозреватель, журналист из России. Меня попросили быть ведущим или модератором этого интересного события. Сегодня в рамках медиаклуба компании «Честно» наши украинские коллеги и друзья из этой очень уважаемой и, как мы считаем, полезной и интересной гражданской инициативы предоставили возможность заместителю российской партии «Парнас». Заместителю? Сопредседателю. Вот что, уже амбиции играют. Уже опустили, представляешь? Сопредседателю российской партии «Парнас» Борису Немцову представить здесь, в Киеве, его новый провокационный, не менее провокационный, чем все предыдущие, доклад «Жизнь раба на галерах. Дворцы, яхты, автомобили, самолеты и другие аксессуары». Встреча наша будет организована по традиционному формату. Вначале несколько слов о своем докладе и о своей борьбе за свободу российского и, надеемся, украинского народов расскажет Борис Ефимович, а потом мы перейдем к вашим вопросам. Напоминаю, что ваша презентация, наша встреча транслируется в прямом эфире крупными, популярными, известными украинскими интернет-ресурсами. Поэтому сейчас вас будут слышать не только люди, которые присутствуют в этой комнате, но и, я надеюсь, сотни, тысячи украинцев в разных концах страны. Пожалуйста, Борис Ефимович. Спасибо, Павел. Первый раз вижу Павла таким официальным и серьезным. Вообще, это мой старый друг. Мы с ним 100 лет знакомы. Он уникальный журналист. Он, пожалуй, единственный, наверное, журналист, который не понаслышке знает, что такое Лукашенко, что такое Путин, и теперь вот узнает, что такое Янукович. Вот он жил и в Беларуси, и в Москве. Борис Ильич, я не писал этот доклад. Я знаю, это. У нас сегодня презентация вашего. Значит, у нас возникла, поскольку он живет в Киеве сейчас, вот, у нас возникла такая, может быть, несколько неожиданная идея, но все-таки сделать презентацию доклада «Жизнь раба на галерах», «Дворцы и яхты», «Часы и другие аксессуары Путина» сделать в Киеве. Я объясню, почему. Вообще презентация состоялась не так давно в Москве. Она вызвала какой-то невероятный совершенно резонанс в мире. И мы провели анализ прессы украинской. Украинская пресса освещала этот доклад больше, чем русская. Когда вы говорите о цензуре, то, по всей видимости, вы еще в Москве просто давно не были и не понимаете, что такое настоящая путинская цензура. Вот, мы с Павлом вот решили провести эту презентацию. Доклад у всех есть, я так понимаю, да? Доклад опубликован на моем сайте немцов.ру. Доклад есть на нашем большом сайте putinitogi.ru. Вот здесь на обратной стороне, собственно, книги, можете посмотреть все ссылки. Значит, это доклад сделан в соавторстве с моим другом Леонидом Мартынюком. Он сам из Краснодара. Он знаменитый в России видеоблогер, которого знают и в Украине. У Киселева в программе показывали даже его ролик про часы Путина за 500 тысяч долларов. Я не знаю, может, вы видели этот ролик или нет. Про кооператив «Озеро» и так далее. Часто Киселев его сильно любит, он его цитирует. Он такой знаменитый видеоблогер и автор проекта «Ложь путинского режима». Должен вам сказать, что этот проект мы с ним делаем вместе. И его на Ютьюбе посмотрело 9,5 миллионов человек. Это, в общем, наверное, абсолютный рекорд. Вот. А этот доклад сильно отличается от наших предыдущих докладов. От «Путин итоги» знаменитый, там, «Путин и Газпром», «Сочи Олимпиада». Отличается тем, что здесь очень мало букв и очень мало цифр, и очень много фотографий. Значит, мы решили посвятить доклад образу жизни Путина. Это не про откаты, не про распилы, не там еще про что-то, а это про образ жизни Путина. Честно говоря, когда мы начинали делать доклад, я не представлял себе, в какой роскоши живет президент России. Я не буду вам долго рассказывать, скажу вам просто несколько очевидных, теперь уже очевидных вещей. Значит, у Путина в распоряжении находится 20 дворцов, резиденций и особняков. Из них 9 построено за годы его правления. Ну, самый скандально знаменитый – это дворец Путина в Геленджике на Черном море, около деревни Просковеевка, стоимостью 1 миллиард долларов США, который строил Шамалов
его подельник по кооперативу «Озеро». Вот про этот дворец тоже в этой книжке можете посмотреть. Дальше у него 4 яхты. Четыре яхты, все они здесь с фотографиями и названиями представлены. Была в советские годы всего одна, был теплоход «Россия», на нем еще Брежнев путешествовал, потом Ельцин. Путину это показалось мало, он приобрел еще 3. Один из них, яхта «Олимпия», подарена Романом Абрамовичем. Вот, стоит она на приколе в Сочинском порту. И фотография, кстати, из Сочинского порта тоже. Вот, кроме того, Путина обслуживает и всю его челядь обслуживает 43 самолета и 15 вертолетов. Я, кстати, когда ехал в Киев, я Павлу говорю: слушайте, ну, только не воспринимайте это как компанию в поддержку Януковича. Я говорю: ну почему? Ну, потому что ваш-то тут просто нищий по сравнению с Путиным. Вот, и это могут воспринять как то, что я приехал Янукович поддержать. Смотрите, какой он скромный. Там, ну, в Межгорье что-то такое исполняет. Но, в общем, человек такой скромный. Вот. И ну, там парк автомобилей, 700 машин. Это уже, в общем, даже нечего обсуждать. И, кроме того, неплохая коллекция часов. Вот здесь вот часы на обложке. Она там внутри есть в сейф. У него коллекция часов состоит из 11 часов. В основном это часы Бланкпан, но есть одни из самых в мире дорогих часов стоимостью $500 000. Это вот, я сейчас вам прям скажу точно, что вам надо открыть. Вам надо открыть страницу 29, если хотите, и посмотреть на часы Ланге, Сохне, Турбограф. Это уникальные немецкие часы. Стоят они $500 000. Вот. При этом Путин демонстрирует аттракцион бедности. Он декларирует, что он зарабатывает в год чуть больше $100 000, где-то $115 000. Только одна коллекция часов стоит 6 годовых его зарплат. Вот. Мы пытались через депутатов его партии, партии «Единая Россия», добиться депутатского запроса о том, как человек 6 лет не ел, не пил, вот, не одевался, вообще забыл про своих двух дочерей и копил на часы, но что-то ни одного депутата мы не нашли, который бы даже такой депутатский запрос отправил. И, по всей видимости, мы его никогда и не найдем. Вот, в принципе, вот эта роскошь, она сравнима с образом жизни, который ведут арабские шейхи и самые потажные олигархи. Причем, я думаю, не украинские даже, у вас таких нет просто, к счастью, а русские. Ну, у вас тоже хороши, но просто русские... Сами знаете, короче говоря. Вот. Нам представляется это абсолютно безумное такое поведение. Вот. И, собственно, главная задача была, что в условиях тотальной цензуры, я подчеркиваю, тотальной цензуры в России, главная задача была донести до мнения, до граждан информацию о том, как по-настоящему живет Путин. Потому что он декларирует, что он там прицеп с Киев 63-го года, там автомобиль «Москвич» там какого-то там... допотопно, еще что-то. Ну, в общем, издевается, короче говоря, над народом. Потому что была хоть какая-то правдивая информация, мы опубликовали. Дальше могу вам сказать, что меня удивило. Неслыханный резонанс. Начну. Украинские СМИ действительно какой-то повышенный интерес проявили к этому докладу. И мониторинг, который мы делали, в общем, показал, что на двух телеканалах была показана наша пресс-конференция и этот доклад. Огромное количество интернет-изданий об этом писало. Вот, кроме того, написали обширные статьи «Нью-Йорк Таймс», «Гардиан», «Дейли Телеграф», «Christian Science Monitor», «Sky News», «Fox TV», «Carriera della Sera», все немецкие телеканалы, ну, в силу происхождения Путина, вот, «Фигаро» французская, не забыли про наш доклад в Бразилии, в Китае и в Индии. Теперь вот. Перечислите российские газеты, которые написали о вашем докладе. Значит, русские газеты. Интернет написал, Навальный написал, написали «Эхо Москвы», естественно. Просто я его там опубликовал на «Эхо Москвы». А вот, газета «Ру» написала, «Коммерсант» написал статью, надо сказать. Воспользуюсь отпуском главного редактора, Мария Луиза это сделала. Вот. Телеканалы «Дождь», не, «Ничего». РБК, из телеканалов РБК. Короткий очень репортаж РБК. Вот. Но резонанс в мире, конечно, и в Украине гораздо более серьезный. Дальше. Судьба доклада тяжелая. Мы его не смогли издать.
это сам издат. Здесь нет выходных данных. И не потому, что мы прячемся, а потому, что нет типографии, которая бы согласилась эти данные поставить. У нас такого никогда не было раньше. Например, «Путин. Итоги» мы издали тиражом 1 миллион экземпляров, смоленская типография, и не боялись этого сделать. Вот, сейчас ни одной такой типографии нет, это издано сам издате людьми, которые, ну, просто рискуя, но считая, что я правильно делаю вместе с Мартынюком, решили это сделать. Вот. Тираж маленький, 5000 экземпляров, но мы решили сетевым образом доклад распространять. Ну, как всегда, сам издат был. То есть мы решили в PDF-версии и в других версиях его выложить на сайте putinitogi.ru, и каждый может скачать его и напечатать, если есть возможность. И, к счастью, появляются люди. Я до Киева был в Новосибирске с презентацией доклада, и там появились несколько смельчаков, которые сказали, что они будут это делать. Ну, я очень надеюсь, что так оно и случится. Значит, реакция на доклад Путина. Дважды выступал его пресс-секретарь по фамилии Песков. Знаете такого? Это пресс-секретарь Путина. Выступал довольно нелепо. То есть сначала он сказал, что а что тут, в общем, удивляться, это же государственная собственность, и он президент, но он имеет право всем этим пользоваться. То есть он не оспаривал ни одного факта этого доклада, что меня сильно обрадовало. Но просто он считает странным, что мы возмущены, что он в такой роскоши находится. Второй раз он сказал, что доклад не креативный, вот, неинтересный, скучный, и президент имеет право на распоряжение вот этими всеми дворцами, яхтами, самолетами и так далее. Ну, после того, как он второй раз сказал, я решил все-таки отреагировать. Значит, ну, по поводу креатива. Ну, как вы понимаете, это комплимент для меня. Потому что креатив — это выдумка, да? Если пресс-секретарь, то есть Путин, говорит, что он не креативный, значит, выдумки там нет, там чистая правда. То есть здорово, нравится. Второе. Он посчитал, что вот 20 дворцов, 4 яхты и так далее, 43 самолета — это все правильно, все так и должно быть. И мы решили с ним не спорить. У нас с ним разные представления о добре и зле, там, что хорошо, что плохо. А мы решили провести референдум. Вот если у вас здесь Wi-Fi есть, вы можете открыть сайт, который называется slavelife.ru. Жизнь раба.ру, да? Slave пишется. Все вместе. slavelife.ru. Откройте сайт. У вас есть? Можете открыть? Кликните slavelife.ru и покажите результаты. Там проголосовало очень много народу. Вопрос там был поставлен таким образом. Считаете ли вы правильным, что в распоряжении Путина находятся 43 самолета, 20 дворцов, там 4 яхты и так далее и тому подобное. Вот, проголосуйте сейчас. Можете показать? А? Какой результат? Нет, дайте мы. Я сам не видел. Да, тут надо проголосовать. Да, голосуйте. Ответить на вопрос. Да, считаете ли вы правильным, что у Путина в распоряжении находится 20 дворцов резиденций, 43 самолета, 4 яхты, которые содержатся за наш с вами счет, то есть за бюджетные деньги, да? Дальше, да, Шеремет, Шарасу, ты считаешь правильным, я надеюсь, так? Это секретное, это мой личный выбор. Сейчас вот Шеремет проголосует. Да, и? Пишет, что вы не можете голосовать дважды. А, вы уже проголосовали. Это, кстати, правильно пишет. А вы проголосовали? Посмотреть результаты, и вот, пожалуйста. Сколько, смотрите, посмотрите результаты, сообщаю вам. 95,1% считает, что это абсолютно неправильно. Проголосовало при этом 15 799 человек за то, что это неправильно. Я тоже так голосовал. А вот сторонники Путина, которые считают, что 20 дворцов, 43 самолета, 4 яхты для него годится, они набрали аж 4,9%, за них проголосовало 820 человек. Таким образом, в голосовании приняло участие 16,5 тысяч человек. И 95% из них сказали, что это, в общем, беспредел. Полный причем. Поэтому с Песковым у нас спор закончился. А как там идет голосование? Голосование началось в субботу. Началось в субботу, и получается за 4 дня уже проголосовало 16 тысяч человек. Да, голосование началось в субботу, потому что в пятницу Песков сказал, а что особенного, ну и что у него эти виллы.
Ну, мы решили бессмысленно спорить. Вот народ уже ответил. Доклад закончил. Спасибо, Борис Ефимович, за краткое вступление. Давайте с вами поменяемся микрофонами. Почему? У вас есть петличка, а это, вот этот микрофон, радиомикрофон для аудитории. Я буду передавать тем, кто хочет задать вопрос Борису Ефимовичу. Но первый вопрос, если вы позволите, я задам сам. Вы как раз приехали в такое горячее время в Украину, потому что здесь проходят парламентские выборы, парламентская кампания идет. Вот уже вы, если въехали из аэропорта и видели, что город заклеен билбордами. Я видел, что Кличко обещал люстрировать, кастрировать, ну что-то сделал такое. И Кличко обещает, и другие политики обещают. Недавно буквально закончилась избирательная кампания в России, президентская, до этого парламентская. Вы наблюдаете за тем, как развивается политическая жизнь в Украине, и вы можете сравнить вот украинские выборы с российскими выборами, насколько это все-таки разные процессы, и чем принципиально отличается избирательный процесс российский от избирательного процесса здесь, в Украине? Ну, дело в том, что в России нет выборов. Поэтому у вас они как есть, они у вас проблемные, они у вас скандальные. Юля сидит в тюрьме, вот, на телевидении пытаются вести цензуру, иногда получается. Но у вас все-таки есть выборы. У вас, например, есть оппозиция в парламенте. И мы это многократно видели. Блокирующая трибуна, либо ее блокируют, либо она. Там закон о статусе русского языка вызвал там огромную дискуссию в стране и так далее. То есть у вас парламент – место для дискуссий пока еще, и у вас есть выборы. У нас их нет. У нас все фикция. Так же, как и наш суд. Вот недавно был суд, там тоже люди в мантиях признали, что обыски в квартирах, которые к нам не имеют отношения, законны. Там просто полиция перепутала квартиры, где должны были обыски провести. Мы обжаловали это решение. Они сказали, законно. Ну или там пусть и рает, например, на приговор. То есть вроде атрибуты выборов есть. Есть избирательные участки, есть там вот Чуров, председатель избирательной комиссии. Вот, есть там какая-то вроде компания, да, но выборов нет. Это первое. Нет их вот почему. Потому что фальсификации в день голосования, фальсификации на уровне регистрации партии, просто не регистрируют кандидатов и партии, снимают с выборов. Дальше тотальный подкуп избирателей и тотальная цензура. Это не выборы просто. Вот. У вас выборы. Янукович очень хочет быть Путиным, хотя его и не любит. Но мне кажется, что украинский народ не позволит ему стать Путиным. Просто не позволит. И вот почему мне так кажется. Почему я вообще считаю, что Украина, несмотря на все издержки, все-таки демократия? Потому что рейтинг Януковича ничтожен. Вот если вы хотите объяснить разницу между Россией и Украиной, то вы должны смотреть на рейтинг начальства. Если рейтинг начальства там 15%, 20%, ну, он такой какой-то, ну, есть. Что нормально для, да, европейских, да, стран. То это, в общем, демократия. Это значит, что как-то народ узнает о том, что Янукович негодяй. Да? Вот как-то он это узнал. А как он узнал? Он узнал благодаря вам. А как вы это смогли донести? Потому что есть свободные СМИ. Поэтому стоп-цензура – это хороший был плакат там у вас вчера на конгрессе пресса. Но, в принципе, вам до Москвы далеко. Значит, у нас при всех вот этих безобразиях, которые творятся, при запредельной африканской коррупции, здесь мы с вами, кстати, очень близки, две страны, вот, при обогащении вот этой группировки рейтинг у Путина 50%. И ничего с ним не происходит. Это означает, что никакого способа донести информацию до людей. Есть этот способ интернета, но он недостаточно. А у вас он есть. Теперь по поводу голосования. Ну, я иностранец. Я, конечно, люблю Украину, это вы знаете. Вот, но я не имею права влиять на что-то. Я, наверное, пошел бы на выборы. И даже я знаю, за кого бы я проголосовал, если бы пошел. Но вам не скажу.
Но мне кажется, что вот сам тот факт, что есть какая-то интрига... Ну, например, что мне кажется предельно важным для судьбы Украины? Опять, это мое личное мнение. Я никому не навязываю. Я считаю предельно важным, чтобы Янукович проиграл парламентский выбор. Не потому, что он мне нравится или он мне не нравится. Честно говоря, он мне безразличен. Вот. Я его видел там пару раз в жизни. Один раз мы с ним даже в дебатах по поводу газа участвовали. У Шустера в программе. Вот. Я просто считаю, что если он проиграет, то есть шанс, что Украина останется демократией. А если он выиграет, то боюсь, что этот шанс будет минимальным. Он останется, но он будет маленький. Поэтому лучше, чтобы он проиграл. Вот лозунг такой «Голосуй за кого угодно, кроме Януковича», мне кажется, вполне себе годящийся. А не потому, что он мне там нравится или не нравится. Там, знаете, я вот раньше, ну, вы знаете, я участвовал в «Оранжевой революции», и не потому, что Ющенко и Тимошенко были на трибуне на Майдане. Нет, а потому что я считал, что Украина, если победит и добьет... так что она европейская демократическая страна, то у России тоже будет шанс. Вот видите, огромная славянская страна рядом, она добилась успеха, значит, мы тоже имеем шанс. Поэтому я на Майдане был из таких абсолютно российских соображений. Да? Вот. Потом народ разочаровался, я тоже, кстати. И я никогда не был адвокатом там, Юли и Виктора Андреевича. Но все-таки я считаю, что одно дело Майдан сделал, а именно Украина – демократия. И за это надо бороться. Спасибо. Дорогие коллеги, тот, кто хочет задать вопрос, вы, пожалуйста, как-то маякните мне. И когда будете задавать вопрос, представляйтесь, пожалуйста. Это необходимо для нашей трансляции в интернете, чтобы люди тоже понимали, кто вступает в нашу дискуссию здесь на пресс-клубе компании «Честно». Пожалуйста. Виктор Тергубов, журналист «Зеркало недели» и «Независимое бюро новостей». Два вопроса. Первое. Вот скажите, Борис Ефимович, вот у нас Янукович за собой Межигорье сохранял независимо от своего статуса. Оно у него было, когда он был народным депутатом, оно у него осталось, когда он президент. Он говорит, что оно его уже фактически частное. Вот в случае вашего доклада, Путин, когда не был президентом, сохранял за собой что-то из вышеперечисленного? Ну, хотя бы часы. Ну, часы – это его частная собственность. Как он ее приобрел, для нас загадка. 6 годовых зарплат истратить на сох на турбограф, вот невозможно поверить. Это либо взятка, либо он скрывает свои доходы. Он не декларировал эти часы никогда, хотя это очень дорогое удовольствие. Он никогда не говорил, что это государственная собственность. Вот, скорее всего, это просто... Он богатый человек. Есть версия, что он самый богатый в мире человек. И он может позволить себе такие часы. Ну, по крайней мере, пастуху в Туве он дарил часы Бланкпан за 10 500 долларов и даже не поперхнулся. А потом с Чубайсом поехал на Бурейскую ГЭС и, закладывая 4-ю очередь Бурейскую ГЭС, такие же часы Бланкпан за 10 500 бросил в бетон, чтобы ГЭС стояла вот по-настоящему, чтобы было круто. А потом, чтобы еще мало русскому народу не показалось, поехал в Тульскую область и на фабрике Procter & Gamble в городе Новомосковске опять какому-то рабочему, офигевшему от происходящего, взял и одел часы Бланкпан. Ну, может вот так себя вести человек, у которого... Смотрите, он дарит часы, это его месячная зарплата. 10 тысяч, так? 10 тысяч долларов его месячная зарплата. Он дарит часы, и тут же у него на руке такие же появляются. Что это такое? Он не Игорь Кио, знаете, он не в цирке. У них, может, с Кириллом одни и те же фокусы. Но расскажите. Нет, Кириллом там... Не нет, Кирилл, нет, Кирилл там точно иллюзионистра поработал. Это мы знаем. Песков не имел в виду часы, когда говорил, что все это принадлежит управлению. И Песков просто врал. Он знал. Понятно. Он, ну, например, вот яхта, подаренная Абрамовичем, она не принадлежит государству. Она подарена Абрамовичем. Это, кстати, лондонский суд обнаружил. Мы это нашли, когда там судили Тимченко с дружком Путина. Вилла около Геленджика за 1 000 000 000 долларов, это не государственная собственность. И, конечно же, гражданин Песков это отлично знает. Да? Вот, часы тоже не государственная собственность. Сейчас небольшое уточнение. Я думаю, что наш коллега имел в виду такую ситуацию, что Виктор Федорович Янукович, он был когда-то, лет 10 назад, премьер-министром.
и уже жил в Межигирье. Потом он был... Это Междугорье же называется. Ну, по-украински... Межигорье по-русски. Да, Межигорье. Межигорье. Межигорье по-русски, Межигирье по-украински. Смотри, ты уже разбираешься. Я стараюсь. Я взял на себя обязательство выучить украинский язык. Потом он был лидером оппозиции. И по нашим советско- и постсоветским традициям, по идее, должен был все потерять. Но не растерял свое недвижимое, как минимум, имущество. Потом он стал президентом. А Владимир Путин, он как стал в 1999 году премьер-министром, потом президентом, он, в принципе, должности меняет, но свое главное предназначение быть правителем всея Руси не меняется. Он был два срока президентом, потом один срок премьером, сейчас опять президентом. Поэтому, может быть, сравнивать некорректно, но я переформулирую ваш вопрос. Вы знали Владимира Путина в тот момент, когда он стал премьер-министром в 1999 году. Вы исследовали его имущество до того, как он пришел в российскую власть, и можно ли его состояние до сравнить с состоянием во время и после? Ну, мы только официальные декларации узнали. У него квартира в Санкт-Петербурге, там метров 50, по-моему, и все. Ну, вот эти прицепы, я сказал, 63-го года. Ну, клоуна, да, понимаете? Да. Ну, да. Вот, истинное его состояние, я думаю, он сам не знает, потому что там мафиозная такая история. Там человек ничего... Это как вот Березовский проиграл Абрамовича. Это ровно такая же история. Там нет бенефициаров, там нет подписей в банках, там нет счетов. Говорят, а вы знаете счета Путина? Ответ, я не знаю. Там все по понятиям. Почему он держится за власть? Потому что люди, которые ему обязаны своим состоянием, например, там, миллиардер Тимченко или братья Ротенберги, да, или там, Ковальчуки, которые стали долларовыми миллиардерами, которые вошли в список Forbes и так далее, эти люди и являются по понятиям мафиозным его кошельком. Собственность, которая на нем записана, вообще смысла и значения не имеет. У мафиози, у лидера мафиози не может быть собственности. Вы знаете, да? Это запрещено. Не может быть жены и не может быть собственности. Чтобы ничего его не связывало с бренным миром. Вот он по этим понятийным, бандитским понятиям и существует. Поэтому ваш вопрос, он такой сложный. Часы в этом смысле штука такая прикольная, потому что их на руках носят. И поверить, что это государственная собственность, я из Гохрана взял, знаете, там, из сейфа и одел поносить, а потом я их опять в сейф положу. Вот никто закатал не может поверить. Закатал в бетон. Да, закатал в бетон. Вот это же вилла Путина, которая охраняется Федеральной службой охраны, которая строилась на откатные воровские деньги и так далее и тому подобное. Там есть все ссылки, можете посмотреть. Да? Эта вилла Путина, она формально принадлежит его дружку из кооператива «Озеро» Шамалову. Но если вы посмотрите на состояние Шамалова, Шамалов бизнесмен, посмотрите на состояние Шамалова, он не может себе такую виллу позволить. Он бедный. У него общее состояние 200 миллионов долларов, а вилла стоит миллиард. Вы знаете хоть одного человека, который, будучи бедным, построил себе какую-то виллу? Таких людей нет, правильно? Таким образом, Шамалов, он номинальный собственник. И Путин так и живет. Он не живет в режиме истинного, там, как Берлускони, например. Вот, я владею этим дворцем. Нет, у него кто-то всегда фронтует. Он так хиппи живет. Да, за власть он держится, ровно потому что он понимает, что как только он потеряет власть, это тоже может все исчезнуть. Ну, как вот Березовский требовал с Абрамовича денег, ничего не получил в лондонском суде, самом честном суде в мире. Ровно потому, что все было вот ровно так, как у Путина с Тимченко, там, с Ротенбергами и с остальными. Да, и второй ваш вопрос. Да, простят меня коллеги, что забираю время. У нас есть определенный раздел страны, о котором много говорят. Вот, что? У нас есть определенный раздел, идеологический раздел страны, о котором у нас часто говорят, как о разделе на Запад и Восток, но я это предпочитаю называть разделом на ОНР и СССР. То есть разделом на условно пронациональную часть страны и просоветскую. Ее считают пророссийской, но это можно... По моему мнению, это ошибочно. В принципе, в России тоже вот сейчас заметен четкий раздел. Вот, на Уралвагонзавод, вот, и на, условно говоря, Болотную площадь. То есть, с одной стороны, это средний класс, вот, средний класс, креативный класс, москвичи, там, да. Ребята с айпэдами, хипстеры и так далее. С другой стороны, это такие кондовые советские граждане. Вот, с одной стороны, гнилая интеллигенция, а с другой стороны, рабочие люди. Да. Вот. У нас говорят в последнее время, что Янукович, в отличие от предыдущих наших президентов, пытается сейчас стать президентом только одной части страны, а не всей страны. Только вот той, советской. Да, только у СССР.
вот, но не президентом Украины в целом. Путин сейчас, судя по всему, делает тоже шаги на то, чтобы быть президентом Уралвагонзавода, но при этом не быть президентом, например, ну, не знаю, московского креативного класса. То есть, ну, мы когда смотрим на тот же процесс Pussy Riot, мы видим, что власть делает ставку на конкретные консервативные круги. Вот, в связи с этим вопрос. Как вот пытается работать оппозиция? На что надеется оппозиция, с учетом того, что Уралвагонзавод, он большой, вот, а московские креативные круги — это несколько миллионов человек. Ясно. Спасибо. Вот этот доклад ровно для того, чтобы его распространили на Уралвагонзаводе. Вот он для этого. Он так доступно написан, что люди из интернета, понимаете, им не надо такие доклады читать. Они более или менее все знают. Вот мы решили сделать доклад именно для этой второй половины. Мы сейчас за нее боремся. Понимаете, бороться за Москву бессмысленно. Мы победили в Москве. Путин проиграл в Москве. Теперь надо бороться за Уралвагонзавод. Мы за это и боремся. И почему для нас важны именно бумажные тиражи? Вот мне говорят, зачем тебе бумага? Ты там напиши. Ну что, люди интернетом. Ответ: не могут пользоваться интернетом. У нас интернетом пользуются 65 миллионов человек в России. Много. Из них 4 миллиона только пользуются политической частью. Только 4 миллиона. Поэтому вот офлайновое распространение очень важно. Спасибо. Пожалуйста, ваш вопрос. Аксинья Курина, журналист-участник движения «Честные. Стоп цензуре». Вы уже частично начали отвечать на мой вопрос. Вот мы сталкиваемся здесь в Украине с тем, что есть информация, и ее можно опубликовать в «Украинской правде» или в тех редких независимых изданиях, но она не всегда влияет на процессы. Ну, то есть есть журналистские расследования и так далее. То есть ничего после этого власть никак не реагирует. В этой связи вопрос. Опять-таки, вы сделали доклад, и это, ну, я не уверена, что это изменит ситуацию. У вас, как у одного из лидеров оппозиции, есть вообще ответ на вопрос, что делать дальше? Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что у нас в России есть последователи движения «Честно». Вот. Причем они недавно появились. Мне Павел об этом движении рассказывал довольно давно, но я рассказал в Москве, и вдруг я увидел следующее. Значит, у нас сейчас появилась группа во главе с Димой Гудковым, депутатом Государственной Думы. Это, кстати, довольно плохо, тут конфликт есть интересов. Младший Гудков. Это сейчас старшего Путин выгоняет из депутатов, лишает его мандата за якобы там предпринимательскую деятельность. А его младший сын, такой симпатичный парень, здоровый, он стал вашим последователем. Он, правда, проект называется в России «Золотые кренделя». Золотые кренделя. Он разоблачает депутатов Государственной Думы, которые также прикидываются такими бедными овечками, а на самом деле являются корейками, то есть владельцами там огромных состояний и так далее. И он начал, вот уже 4 разоблачения было, называть «Золотые кренделя». Ссылку, кстати, можете у меня открыть, мой блог в живом журнале, я там на него ссылаюсь. Ну или просто найти Дмитрий Гудков. Поэтому я вас поздравляю. Украина дала классный пример. Второе. Я не согласен, что ваши расследования, я слежу за этими расследованиями, они не дают эффекта. Они еще какой эффект дают? Другое дело, что поскольку власть коррумпирована здесь сильно, и для нее коррупция – это способ существования, они не понимают, как по-честному можно вообще жить, да? То они, конечно, это пытаются как-то нивелировать. Но я вас уверяю, вода камень точно. Надо продолжать. Надо продолжать 100%. Что мне очень нравится, то, что вы там всех депутатов, независимо от их политической принадлежности, имеете. В виду. Естественно, как еще. Это мне очень нравится. Вас невозможно заподозрить в ангажированности. И в России было бы круто, если бы то же самое было сделано у нас. У нас Гудков, он, к сожалению, партийный человек. Там, вот «Справедливая Россия», там, ну, неважно. Ну, то есть он партийный. Здесь есть, согласитесь, какой-то такой момент не очень простой. Теперь по поводу целей. Смотрите, я как представитель Болотной площади и один из организаторов протеста в России и так далее. Значит, какая у нас стратегия и тактика? Мы считаем, что авторитарный режим, у нас классический авторитарный режим со всеми его прелестями, авторитарный режим не может уйти в результате выборов, потому что выборов нет. Второе. Мы считаем, что авторитарный режим может уйти в результате мирного массового протеста. Мы убеждены, что мирный массовый протест будет расти, если доверие к Путину будет падать.
При том уровне доверия, который у нас сейчас есть, 50%, я уже сказал, да, миллион человек на улице в Москве мы вывести не можем. Этот факт. Поэтому вот эта деятельность, так же, как и деятельность Навального, там, «Добрые машины правды» и так далее, да, эта деятельность направлена на то, чтобы раскрыть людям глаза, показать истинное лицо Путина, тем самым снизить число людей, которым ему доверяют, и тем самым вывести на улицу больше народу. Понимаете, почему это важно? Значит, дальше мы действуем так. Как только его уровень доверия к нему упадет до 20-30%, это может случиться в течение этого и следующего года, и это не фантастика. У него был 75%. Между прочим, у него был 75 еще 2 года назад, сейчас 50. 25% улетело, благодаря нашей работе. Значит, как только 20-30%, мы можем вывести миллион человек на улицу. Миллион человек на улице — это другая Россия. Другая демократическая, более дружественная, кстати, Украине Россия, чтобы вы понимали. Более дружественная. Ну, потому что любая демократия, она более толерантна к соседям, чем любой авторитарный режим. Таким образом, моя идея такая, это мирный массовый протест, это просветительская деятельность. Хотите, участвуйте в региональных выборах, нет проблем, только эта система не поменяет. С другой стороны, присутствие депутатов, наших сторонников, нам облегчает жизнь. Раскол элиты очень важен. Например, то, что в Государственной Думе есть 3 смельчака, Гудков Геннадий, Гудков Дмитрий и Илья Пономарев, из 450 лоботрясов, 3, сделало наш протест, в том числе Болотную, Сахарова, Якиманку, сделало наш протест мирным. Эти люди ходят в мэрию, они общаются с полицией, они неприкосновенные. До сих пор еще, правда, сейчас Дугутова собираются выгонять. Вот. И эти люди обеспечивают вот эту мирную трансформацию. Выход огромного количества людей на улицы неминуемо ведет к расколу элиты. Наиболее продвинутая часть людей вокруг Путина скажут так: все, с ним до свидания, он уже хромая лошадь или там, я не знаю, утка, вот, с ним надо прощаться. И раскол элиты — это тоже... И объединение с народом этой части элиты – это тоже возможность мирной трансформации. С чем я категорически не согласен – это с революционными кровавыми сценариями. Вот это вот совсем нам не надо. Это уже было, это уже плохо, это кошмар. В России это вообще хуже, чем у вас, намного будет. Я просто восхищался Украиной в дни оранжевой революции. И вот образ оранжевой революции – это на Банковой гвоздики в стволах автоматов, и Юля, которая там всех вот так вот распинывая направо-налево, разговаривает с каким-то ОМОНовцем, который так говорит: да, Юлия Владимировна, да, конечно, Юлия, конечно, Юлия Владимировна, все сделаем, Юлия Владимировна. Вот, я так, когда вспоминаю, когда меня в автозаке кидают в Москве, я вспоминаю украинского ОМОНовца, мне просто, знаешь, такая ностальгия по тем временам ужасна. Следующий ваш вопрос. Еще в этом ряду у кого-то есть вопросы? Нет? Тогда, когда вы зададите свой вопрос, передайте мне микрофон. Сергей Цегипа, публицист, писатель, занимаюсь политической сатирой. У меня два коротких вопроса. Первый. Вы сказали свое отношение о парламентских выборах, поддержать кого угодно, кроме Януковича. Как вы считаете, позиция Путина сегодняшнего совпадает с вашей? Ведь в 2004 году он приезжал в Украину и через по трем каналам в прямом эфире агитировал. Это я помню, да. Да. Вот сейчас изменилось. Вот в свете последнего визита Путина в Украину, когда он сначала... В Крым, да? Да, сначала с байкерами, с хирургом встретился, да. Потом 1.5 часа с Януковичем и 4 часа со своим кумом Медведчуком. То есть, как вы считаете, я есть думаю... ли у него там свой резидент? То есть... Да. Ну, понимаете, вот эта вот идея... Вы солидаризировались с Путиным. Если а вы знаете, нет, я хочу... Януковича, то теперь он я хочу сказать, не поддерживает. Я хочу сказать, как, у нас с Путиным, что касается Украины, есть точки соприкосновения. Например, так, например, я за то, чтобы освободить Тимошенко из тюрьмы. И Путин тоже. Ну, это сущее право. У нас причины разные. Но мы с ним оба заодно. А потому что он подельник ее. Смотрите, какая история. Они подписали контракт газовый. Один в Кремле сидит, вторая в харьковской тюрьме. Как вам? Справедливость? Славянская справедливость такая. Одного в Кремль послали, там пожизненно. А вторую несчастную посадили в тюрьму. У меня совсем другая история. Я считаю, что она политзаключенный. Я могу с ней там соглашаться, не соглашаться. Она мне может нравиться, не нравится.
Вот. Но она политзаключенная. Она именно из-за того, что она главный оппонент Януковича, она сидит в тюрьме. Это полный беспредел. Ее ни за коррупцию посадили, ни за откаты, ни за воровство, ни за эти несчастные австрийские там, медицинские машины, ни еще за какую-то фигню, там, за эту вашу киотский протокол, что там у вас там только не было. Вот ее совсем не за это посадили. Ее посадили за то, что она враг Януковича. Ну куда это годится? Ходорковский номер два. Вот, поэтому у нас совпадение есть с Владимиром Владимировичем. Теперь, если вернется к вашему вопросу. Путин не любит Януковича. И Путин понял после оранжевой революции, с трудом, правда, ему это далось, он вообще, у него такое чекистское понимание жизни, и тут вдруг надо что-то понимать. Он понял одну очень нетривиальную для себя и очевидную для вас вещь. В Украине нет пророссийских политиков. В Украине есть проукраинские политики. И не потому, что все такие патриоты, а потому, что народ украинский голосует. Если бы русский народ голосовал, наверное, Янукович бы сейчас там поехал куда-нибудь в Ханты-Мансийск агитировать. Но так получается, что там голосов-то мало, хоть украинцы там и работают, как они у нас везде работают. Вот. Поэтому он это понял. Он понял, что каким бы он ни был, да, он все равно будет защищать интересы пусть своего клана, там, своей группы, там, донецких и так далее, но это будет Украина все равно. Он это понял. Далось это ему с большим трудом. Поэтому поехал он к Медведчуку. Будет он, наверное, он Медведчука будет поддерживать. Я, правда, не понимаю, куда. Ну, куда-то там. Ну, идея федерализации сейчас принадлежит Медведчуку. Он активно, ну, понятно, ее рекламирует. Да, да. Ну, федерализация Украины, проведение, ясно, референдума. А зачем он это делает, я не понимаю. Ну, хочет, чтобы развалилась страна, что ли? Вот я опять, мне кажется, что я главный патриот Украины. А зачем это делать? Давайте эксперимент. Россия совсем другая история, да? Ну, понятно, это просто исторически другая. Ну ладно. Короче говоря, он не будет никого поддерживать, но в том числе Януковича. Он его не будет поддерживать. Кроме того, ему невыгодна его позиция по газу. «Газпром» — это его личный бизнес. Вот, Янукович требует снизить цены на газ, то есть снизить доходы Путина. Ну, как бизнесовый, там, криминальное существо, как он может на это реагировать? Он цепляется за контракт с Юлией Владимировной, говорит, отличный контракт, пусть работает, а Юль пусть сидит, видимо, я не знаю. Ну, то есть, я не думаю, что он за него будет агитировать. Я вообще не думаю, что он будет вмешиваться. Он уже так обжегся в 2004 году, что надо быть полным кретином, чтобы еще раз такое исполнить. И второй вопрос касается вот формы вашего доклада «Опечатанная». Вы объяснили, почему. Скажите, политическая сатира как таковая существует ли сейчас в России и есть ли смысл ею заниматься? Потому что, например, что ваша власть в России, что наша, коррупции, очень антикоррупционным расследованием, они уже все привыкли, они толстокожие. А иногда, к чему они не привыкли-то? Ну, где-то власть не любит, когда над ней смеются. Вот как вы считаете? Это правда. И чем глупее человек, тем меньше в нем ирония, это точно. Вот. Ну, у нас был отличный проект, сатирический, фантастический. Это проект Димы Быкова. Гражданин поэт. Это был потрясающе. Они же были в Киеве. Вы ходили? Это был экстра-класс проект. Его придумал Андрей Васильев, бывший главный редактор «Коммерсанта». Вот. Этот проект сыграл фантастическую роль. Они дергались безумно. В итоге «Гражданин поэт» они закрыли даже на нашем независимом телеканале «Дождь». Он был закрыт там, представляете? «Дождь» — это реально свободный канал. Меня туда пускают. А Быкова с Ефремовым... Только перестали. Без доклада, как вы сказали. Доклада не было. Доклада не было. Паша Лобков обещал, между прочим, в программе о нем сказать, ничего не сказал. Вот. Но «Гражданин» проект был закрыт. Сейчас там будет новый проект «Гражданин хороший». Они же будут делать, называется «Гражданин хороший», и все понимают, о ком идет речь. Вот так вот, да? А когда это они? Я даже не знаю. Они объявили буквально на прошлой неделе. Чтобы... Вся та же бригада? Вся та же бригада. Я с вами согласен, что ирония и издевательство – это то, что их убивает. Да. Не, у вас, кстати, в этом смысле лучше. Я помню, вот майки там про Януковича смешные были. А? Человек, который эти майки придумал, спасибо. Он теперь не в Украине живет. А где он живет? В Москве, что ли? Где-то далеко отсюда. Но новые майки, новые авторы появляются. Я не видел, я специально хожу по Киеву и смотрю, кто же пройдет в этой майке. Сейчас вроде бабе лето, что-то я никого не видел. Пожалуйста.
Может, на Красной площади, наверное, легче увидеть, да, таких? Как всегда. Вы что же вот здесь в центре Киева со своим докладом? В центре Москвы. Извини меня, я был в центре Москвы, я был в Новосибирске. Кстати, могу вам зарисовку из русской жизни, сибирской. Новосибирск. Я редко приезжаю в Новосибирск. Я был там последний раз 3 года назад. Это большой город, самый большой в Сибири. 5 часов лету. 4 часа лету, 3 часа разницы с Москвой, 4 с Киевом. Реально далеко. Ну, продвинутый город там. Не было. Была пресс-конференция. На нее пришли сторонники, блогеры. Ни одного журналиста. И вот просто не... То есть была одна московская журналистка из Интерфакса. Все, финиш. Я говорю, дело не в том, я не хочу, чтобы писали. Они говорят, а нам просто сказали, если вы придете на пресс-конференцию, мы вас с работы выгоним. Вы можете ничего не писать, в принципе, но мы вас выгоним за то, что вы просто пришли. Я не знал, это Борис Ильич, что вы такой опасный человек. Может, вы другого бы модератора нашли. Не, в Москве была другая история. В Москве там более всего. Да, пожалуйста. У меня тогда в продолжение. Антон Семиженко, журнал «Украина». У меня в продолжение темы интересно узнать, что случилось с типографией Смоленской, почему она не напечатала эту типографию. Хороший вопрос. Значит, в Смоленске были обыски. Арестовали 200 тысяч тираж. Директор типографии уехал в Чехию. Пришла налоговая полиция. Потом вызвали подразделение по борьбе с экстремизмом. Потом его поставили на учет ФСБ. И когда я имел глупость обратиться к нему, давай напечатаем этот доклад, вы представляете, что он мне ответил. Я не могу это процитировать. Он не захотел стать на учет психиатрической больницы. Нет, там вот у вас вот дальше есть плакаты неплохие, со словами, которые он примерно говорил. Там, вот там вот дальше, если по коридору пройти, вот вы их, наверное, даже знаете. Вот, короче говоря, вот. И так со всеми остальными типографиями. Тут еще в чем проблема? Они... Реально ситуация меняется в России в сторону репрессий, серьезно. То есть вот это по нам моим докладам видно, да, вот 1 000 000 тираж был. Лужков в итоге, когда мы с Лужковым воевали и выгнали его, тираж был 500 тысяч, мы раздавали его у станции метро. Лужков написал письмо Медведеву, чтобы он не читал мой доклад, Лужков в итоге. Ну, представляете, не читал, там все ложь. Я выиграл у него суды, кстати. Вот, не надо читать. То есть это была страна буквально еще пару лет другой. Сейчас сам издат. Значит, они перед так называемыми президентскими выборами в марте, они арестовали на складе у меня тираж «Путин итоги» 300 тысяч экземпляров. И арестовали 60 тысяч экземпляров «Путин коррупция». Тоже наш доклад. Вообще все мои доклады можно найти на Немцов.ру. Вот они все там вывешены. Они арестовали. И они нам не вернули их до сих пор. И типографии поняли, что при том, что они проверяли их на наличие экстремизма многократно, экстремизма не нашли по той причине, что здесь либо ссылки на Росстат, либо ссылки там на РИА Новости, извиняюсь, либо еще там на кого-нибудь. Ну, то есть весь доклад в ссылках просто усыпан. Не потому, что мы так... Ну, мы понимаем, с кем имеем дело. Вот. Ну, реально, они боятся. Да. И еще у меня вопрос. Скажите, когда Медведев президентом был, сколько резиденций за ним сохранялось? У него сейчас... Мы, кстати, про его резиденции... Каюсь, не написали. Вот, ну, про резиденции Медведева? Да, про резиденции Медведева. Не написали. Он сейчас в Ивановской области у нас строит где-то миллионов за 400 долларов резиденцию. Он строит опять на Кубани. В Утрише, знаешь? Вырубили там реликтовый лес и строят там в Утрише. Рядом с патриархом, кстати говоря, чтобы уж совсем они там все в одну кучку собрались. Вот. И кроме того, у него еще есть резиденция, как у премьер-министра Новоогарева, вот это вот, то есть на Рублевке. Всего 6 резиденций. Во время у Путина 20. Что? Во время своего срока он тоже активно... Он строил. Вот тут, смотрите, я вам советую... Я вам сейчас расскажу, чем он прославился. Он очень мало чем прославился, но... Вот и в плане резиденции он прославился резиденцией Майндорф. Вот это вот, откройте 10-ю страницу. Вот это резиденция Майндорф, видите? Неплохая такая резиденция, она тоже на Рублевке, естественно, как и все у них. Она маленькая, 1300 метров. 1300 метров площадь, но... Это историческое здание. Это историческое здание, но это самый дорогой ремонт в мире. 80 тысяч долларов за квадратный метр ремонта. 80, здесь написано, 80 тысяч долларов за квадратный метр. Вы представляете, сколько они украли? Откуда эти сведения?
Эти сведения из бюджета на ремонт, вот есть ссылка. На ремонт из Майндорф, из бюджета Российской Федерации истрачено 100 миллионов долларов. Разделите 100 миллионов долларов на 1300 метров, получите 80 тысяч. У меня очень короткий последний вопрос. Как вы считаете, Путин вкалывает больше, чем Янукович? Мы здесь видим, когда он едет из резиденции в администрацию, когда возвращается домой, иногда там 4 часа бывает. С Путиным не особо понятно. Ну, Путин 4 часа в день спортом занимается. Построил спортзал у себя в Белом доме. На лошадях прыгает там и так далее. Надо понимать, что он неплохой пиарщик. Я не знаю, как ваш. Судя по тому, как на него как-то венок упал там. Я, честно, я понял, что с пиаром у него проблемы. У него проблемы там с русским языком и с пониманием, кто такой Чехов, кто такой там Ахматов. Вот. У него там есть проблемы такие, но это с образованием связано. С пиаром у него большие проблемы. У Путина... Путин хороший пиарщик. Каждый шаг маломальский, который может быть преподнесен с плюсом, он демонстрирует по телевизору. Более того, когда он начинал работать президентом, он монтировал эти сюжеты. Сам? Сидел в монтажной. Этот показывать, это нет. Монтажный сидел человек. А когда я пришел к нему в кабинет, это был тот же кабинет, что, естественно, у Ельцина, я увидел разницу. У Ельцина в кабинете телевизора не было, зато была ручка. Такая толстая, с золотым пером, знаете, такая мощная, типа там бланк-пан, я не знаю, ну какая такая ручка. А когда я пришел в кабинет к Путину, ручки я не увидел, но зато увидел телевизионный пульт. И я понял, что телевидения в стране свободного больше не будет. Еще, есть еще вопросы у кого-то? Есть. Да, пожалуйста. А вообще менялись ли как-то, изменились ли ваши политические взгляды, если от начала карьеры, и как они изменились? Да не, мало изменились. То есть вы... Я сторонник народовластия, свободы, частной собственности. Не, мало изменились. Я такой в этом смысле упертый очень. У меня дело в том, что они формировались в семье с детства. У меня папа большой советский начальник был, а мама была, и слава богу, есть, выдающимся врачом детским. Вот. И она... Мы жили очень плохо, отец жил очень хорошо. На мой вопрос... мать с отцом не жили. На мой вопрос: мама, а почему такая несправедливость? Ты же выдающийся врач. Она сказала: ну как почему? Потому что он коммунист, а я нет. Для меня как-то все стало ясно уже тогда. Поэтому, знаете, с тех пор, когда в детстве закладывается, это все трудно меняется. Я хотел попросить. Я стал, может быть, более... Знаете, я стал менее романтичным. Мне все время казалось, что жить как в Европе — это просто. Надо вот демократия, чтобы была, надо пинка под зад этим жуликам из власти, надо их проветривать кабинеты, вот, надо, чтобы была частная собственность, чтобы была конкуренция, налоги не очень большие и так далее. Все так просто. А когда начинаешь что-то делать и пытаешься реализовать, неважно, когда я губернатором был или в правительстве работал, выясняется, что каждый элементарный, казалось бы, шаг в стране консервативная, а Россия и Украина очень консервативная, дается, причем Россия более консервативная, дается с огромным трудом. Поэтому романтизма у меня гораздо меньше. Возраст. Чего вы хотите? Я хочу попросить вас прокомментировать две небольшие истории. Первая история вот вчерашнего дня. В Киеве проходит Всемирный конгресс прессы. Вчера на конгрессе с докладом или с приветственным словом выступал президент Украины Янукович. В этот момент в зале несколько журналистов решили провести акцию протеста, подняли плакаты, стоп цензуре и так далее. Вот тут Кача здесь? И охрана президента напала на двух журналистов, на главного редактора «Украинской правды» Алену Притулу, и выхватила у нее плакат про Гангадзе, как раз в тот момент, когда сам президент с трибуны вспоминал дело Гангадзе, и напали на Екатерину Горчинскую, журналистку газеты «Киев-Пост». А где? Она же была. Где? И у которой тоже выхватили и порвали эти плакаты. Ну, правда, после этого инцидента других журналистов в зале не трогали. Вот как вы оцените действия охраны? И как вы оцениваете поступок журналистов? Нужно ли было им заявлять свою позицию на этом Всемирном конгрессе во время выступления президента и так далее?
А что ответил Янукович, когда увидел, что охрана скручивает журналистов? Он продолжал читать по бумажке свой текст. Писал, да? То есть он делал вид, что он не видит? Да, да. Я ужасно оцениваю его поступок. Не, ужасно. Я бы вот, даже будучи Януковичем, мне трудно себе представить, но все-таки, я бы сказал, ребята, не трогайте их, это наши журналисты. У нас свободная пресса. Отстаньте. Я бы застрелился, наверное. Так для начала. Не надо крови, не надо вот таких подождите. Экстремальных вот дел, да. Не, подождите. То есть, если бы... Не, секунду, я просто... Это уже, вот, это же еще идиотизм, да? Вот помимо того, что это живодерство на девушек нападать, я вот сейчас только что с Катей говорил, мы с ней встретились. Хрупкая, тоненькая девушка. Что она этому амбалу Януковичу? Он с меня ростом. Какой у него рост? Повыше, у него 1.95 м. О, как! Покрупнее, вообще, надо поработать это... над собой. В смысле, покрупнее, потолще? Это мы сейчас поработаем. Побегать по пенькам, потренироваться. Короче говоря, он, конечно, очень глупый. Ну зачем это, я не понимаю. Наоборот, он мог это все в свою пользу обернуть. Он мог сказать, вот видите, вот вы говорите там, что у нас цензура. Вот они вот против меня выступают, а я считаю, что это наши украинские граждане, и я их очень люблю и уважаю. И взять плакат на память. Ну, не взять. Сфотографироваться с ними на память. Я, кстати, так часто делаю с нашистами. Вот. Ну, не, ну, вот, ну, это ужасная вещь. Но я, знаешь, Павел, сейчас скажу, почему меня... У нас был Всемирный конгресс прессы в Москве. В Кремле он проходил. И там Рома Доброхотов у нас в Москве, когда Путин выступал, что-то такое вскочил и прокричал. Типа, соблюдать Конституцию или прекратить цензуру. Я забыл, что он сказал. На него накинулась вот ровно та же тема. На него накинулась толпа народа, скрутили, свинтили и вывели. Вывели. Но хитрый Путин, когда его уже вывели, сказал, да зря они так с ним. Ну, Доброхотов выкрикивал. Нет, послушай, это разница между Януковичем и Путиным. Или, например, он на Олимпиаду поехал там смотреть, как дзюдо наши побеждали, там российские спортсмены, там 4 медали все-таки под дзюдо взяли. Вот, поехал туда, его спрашивают, вам не стыдно вот девчонок за этот панк-молебен так скручивать? Да я вообще считаю, что да не надо их, в общем, сажать. Ну, так серьезно, наказывать их не надо. А сам дал команду посадить, естественно. Понимаешь, вот вам еще повезло, он у вас глупый, но какой-то прямой. Вот. А наш-то гораздо более изощренный, с нашим вообще черт знает, что делать. Я извини, ты тут ни при чем, ты наш. Так что. И как раз вы вспомнили про дело Pussy Riot. Здесь, в Киеве, украинские девушки из движения Фемен спилили крест, чтобы как-то протестовать против вот этого несправедливого, как они считают, жестокого приговора. Украина страна довольно религиозная, особенно западная часть страны. Как вы считаете, как вы вообще относитесь к этому движению «Фемен»? И как вы считаете, ну, имели ли они право на какой-то гражданский протест? И не перестарались ли они? Не, я, Павел, я отвечу. Я к этому движению отношусь с интересом и сочувствием. Я помню, как они украли урну во время голосования Путина на избирательном участке. Хотели вынести урну у нас там. Вот. Это было очень круто. И это настолько соответствовало моменту. То есть, ну, Путин ворует голоса, и они захотели тоже своровать. Но это как-то было очень креативно, красиво и правильно. Но их акция по спилению креста установлена в память жертв политических репрессий. Я никогда в жизни, ну, не то что не поддержу, я вообще считаю, что это кощунственный поступок. Вот. Кстати, девчонки наши там из Pussy Riot, они так не делали никогда. Более того, они крещенные там. Но они просто протестуют против иерархов церкви и против Богородицы Путина прогони. Да, вот их главный лозунг. Богородицы Путина прогони. Означает, они обращаются к Господу, чтобы он спас Россию от Путина. Да? Означает ли, что девушек из Фемен надо так же жестко наказать? Нет, я думаю, нет. Ну просто они, видимо, что-то с головой какие-то проблемы. Вот как можно спиливать кресты, установленные в память жертв политических репрессий? Как это можно делать вообще? Они, я думаю, этого не знали. А? Не, мне кажется, они не знали. Там все-таки их наставник, я думаю, у них есть наставник, и не один. А? Их наставник должен каким-то образом объяснять им вообще,
Что к чему? Дело в том, что у Pussy Riot, у них там куча, там Верзилов, тот же он образованный парень, он все более-менее понимает, они сами образованы, они хорошо образованы, у них университетское образование гуманитарное. Ну, и фемент девушки тоже взрослые уже. Ну, это взрослые образованные, это разные вещи. Есть там среди них и образованные. Я вам больше скажу, девчонки, которые сидят в тюрьме наши, они категорически не согласны с действиями фемента. Они говорят, нет, нам не нужна такая поддержка. Еще вопросы есть? В зале. Ну что, удивительным образом мы уложились в час. А демократия — это процедуры, и редкий случай, когда мы жестко процедуры соблюли. Большое спасибо, да, всем спасибо, Борис Ильич, что вы приехали в Киев. Да, спасибо. Рассказали нам. Поедем дальше по России. Большое Кстати, у меня, к вам просьба. Можно просьбу? Если вы сможете напечатать эти доклады, и у вас есть родственники в России, при этом, и как-то им это достать, я буду вам благодарен. Даже если вы сделаете 10 штук, неважно. Потому что мне кажется, что вот такая сетевая история, она очень эффективна может быть.